При первом запуске программы рекомендуется определиться с местом размещения базы данных изображений. При необходимости выбрать другое место расположения базы данных, нажимаем кнопку «Установки», нажимаем кнопку «Новый», выбираем диск, на котором будет располагаться наша база данных, создаем папку для нее, и нажимаем кнопку «Ок». В этом каталоге будет создана база с точно такой же структурой, как была у предыдущей базы. После этого мы можем начать ее заполнять. Есть легкая возможность переключаться между базами. Для этого в установках мы открываем список использованных баз и переключаемся между ними. Легкий способ переноса изображений в базу методом drag and drop. Открываем каталог с изображениями, которые мы хотим перенести в базу. Выделяем необходимые изображения и перетаскиваем их в нижнюю панель базы данных. После этого изображения оказываются у нас в программе. Если есть необходимость редактировать набор изображений, можно использовать drag-and-drop внутри программы. Для этого выделяем с клавиши Ctrl те изображения, которые мы хотим перенести, и переносим их в левую панель записей, в ту запись, которую мы хотим их перенести, и отпускаем. С клавишей Ctrl будет создана копия изображения. Навигация в базе данных осуществляется при нажатой клавиши Alt. Стрелки влево-вправо позволяют нам двигаться по изображению внутри записи, вверх-вниз переключают записи на соседнюю. Клавиша Enter увеличивает изображение на весь экран. Клавиша Escape возвращает в исходное положение.